Сикс, с вами Белевикс. Всем привет! Мы начинаем новую рубрику на канале Мастер Шеф. Это то же самое, что и мастер-класс, или же, как модно говорить, DIY. И сегодня мы с вами будем готовить настоящую пиццу Monster High в форме черепа. Пицца – это итальянское блюдо, которое очень просто в приготовлении. Однако ассоциация у многих сложилась совсем обратная. Многие думают, что приготовить пиццу в домашних условиях очень тяжело, но это совсем не так. Изначально пицца была блюдом для бедных, так как для ее приготовления использовали тесто с теми продуктами, которые остались в холодильнике. Главное – это наличие сыра, без которого пицца не пицца. Поэтому пиццу можно делать с чем угодно, а главные составляющие – это всего лишь тесто и сыр. Необходимые ингредиенты – мука пшеничная, дистиллированная вода, оливковое масло, пищевая соль, томатная паста, майонез, колбаса, сыр, мы его уже натерли, помидоры и перец. И сегодня мы с вами будем готовить бездрожжевую монстрическую пиццу. Поехали! Высыпаем в глубокую миску муку и с помощью стакана делаем в центре углубление. Далее постепенно наливаем в центр муки воду и вымешиваем массу. Затем наливаем в тесто оливковое масло и вымешиваем его до полной однородности. При необходимости нужно добавить немного муки или же наоборот добавить немного жидкости. На стол мы высыпаем горстку соли и вымешиваем на ней тесто около 2 минут, пока оно полностью не вберет ее в себя. Скатываем из теста шар, обкатываем в муке и накладываем в миску. Далее нужно накрыть пищевой пленкой, ну или же крышкой. Теперь оставим тесто для пиццы примерно на 20 минут при комнатной температуре. Вынимаем тесто из миски на присыпанную мукой поверхность. Раскатываем бездрожжевое тесто в тонкий пласт. Противень обязательно должен быть смазан растительным маслом. И перекладываем на противень. Сверху смазываем тесто майонезом и томатной пастой. Теперь раскладываем начинку. Она может быть совсем разной. Зависит от вашей фантазии, желания или от наличия продуктов в данный момент. А теперь финально посыпаем предварительно натертым сыром. Выпекаем пиццу около 15-20 минут при температуре 195-200 градусов. А теперь ставим будильник, чтобы не забыть о нашей пицце, и ждем. Вот мы вынули противень с пиццей и теперь кладем ее на тарелку аккуратно, потому что она очень горячая. И ждем 2 минуты, пока она остынет. И вот наша пицца. Здесь есть и бантик, и глаза, и ротик. Ей! Какой приятный запах. И вот наша пицца Monster High в домашних условиях готова. Теперь мы ее сейчас будем пробовать. Приятного мне аппетита. Вкусно. Очень вкусно. Вот так не надо кушать. Вот так вот мне. Ну а на этом наш первый Monster Chef закончен. Если тебе понравилось такое видео, поставь лайк, подпишись на канал и напиши свой отзыв в комментарии. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока. Она такая вкусная, я просто оторваться от нее не могу.